Добрый день всем. Сегодня хочу посмотреть, насколько созревший этот арбузик маленький, который я купила. Есть видео закупка в Лидле. Вот такой маленький, хорошенький. Думаю, что должен быть спелый. Хоть это было в январе закупочка. И сейчас мы его разрежем и посмотрим. Единственное у меня... Вот, смотрите... Был страх, что он может быть зеленый. Нет, не зеленый, спеленький. Смотрите, даже зернышки, ну, беленькие, но есть и черные. Значит, время его пришло созреть. Хорошенький. Я уже как-то брала немножко другой, большой брала кусочек. Да, хороший, сладкий был. Но вот такой не знаю. Сейчас я его и попробую. Вот разрезала на дольки. Смотрю, зернышки есть созревшие. И смотрится довольно-таки хорошо. Плотненькая такая структура в него. И вижу много очень сока, очень сочный. Думаю, что будет вкусный. Сейчас будем пробовать. Вот такие долечки я порезала. Я уже попробовала. Очень вкусный, умеренно сладкий, как раз такой, как я люблю. Мне такой очень нравится. Я думаю, всем понравится. Я как-то однажды купила в Лидле тоже такой маленький арбузик и не посмотрела, а он оказался желтый, не красный, а желтый. И когда я разрезала дома, я думала, что ну все, пролетело. Будет невкусный, но он тоже был вкусный. Немножко был специфический вкус, не такой. Этот мне больше понравился. Поэтому можно покупать. Сладенький, хорошенький и очень-очень сочный. Вот смотрите какой. Для зимы это хороший созревший арбузик. Всем большое спасибо, кто со мной был, кто посмотрел видео до конца. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всех ожидаю на следующем видео. До новых встреч! Лайк и подписка на канал приветствуется!